На борцовском ковре Сормовской спортшколы прошло весьма волнительное мероприятие, приуроченное к серебряному успеху 18-летнего тяжеловеса Евгения Арефьева. Самое главное не останавливаться, чтобы молодое поколение оно смотрело на тебя и вдвойне, в два раза больше тренировались. Поздравляю тебя. Надеюсь, ты еще не раз удивишь нас. Поколение, которое младше растет, ты для них был достойным примером. Воспитанники Сормовской школы греко-римской борьбы аплодисментами встретили информацию о том, что Евгений Арефьев успешно выступил в Самаре на первенстве России среди юниоров до 21 года. Он как пример, да, для нас всех, на который необходимо равняться, как образец для подражания. Более чем уверен, что таким, может быть, дружным составом мы будем видеть твои победы на мировом уровне. Сормовский юный тяжеловес, а престижная весовая категория 130 килограммов соответствует весу легенд ковра – Карелину, Семенову и Лопесу. И сам был не против показать элементы своей подготовки. Нервов не было никаких? Нет, никаких. Да, мужской спорт. Качеств. Ну, вообще с детства занимаюсь, это уже как образ жизни. В этот торжественный и в то же время обычный тренировочный день в адрес талантливого борца звучали и приветствия, и вручались подарки. А еще отметили наставников, тренеров Анатолия Константинова, Геннадия Манасова и Артура Мирзаханяна. Буквально недавно, когда стоял с ним на ковре, он меня просто брал и выносил с ковра. До такой степени это очень приятно для меня. Серебро Арефьева впечатляет будущими золотыми перспективами греко-римской борьбы региона. Тем более сам герой Евгений Арефьев готов к покорению всех высот, естественно, не без регулярных и плодотворных тренировок. Служба информации, Владимир Смирнов.